Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять же китайка, и у нас сегодня началась битва гильдий уже. Я хочу потестировать... Ой, тут уже заканчивается даже угольная. Хочу потестировать нового героя в сборке вот такой вот. Только мы поставим сейчас сюда ремочку. Против других топов, ну я не знаю, кто там попался, вместе с Арой. То есть у нас будет своеобразная такая сборка. Так, давайте сюда ангела поставим на него. То есть такой вот связки хочу попробовать героя. Ара блочит, он тоже, думаю, будет довольно-таки интересно. Так, Седнушка, поставим ей ремочку. Тут герой блочит, и этот тоже. Так, вот такого вот. Так, вместо Космо поставим Ару. Может и не топов будем бить, посмотрим, как у нас получится, докуда добежать. Вот интересно будет против Фрей это посмотреть. Так, что я уже его пропустил. На каждом сервере все в разбросу, так неудобно. Вообще, по-моему, в тотеме. Так, с череп. Что-то я не могу дуплиться. Где я уже? Где ты? Ара, приди. Или в башню я его запихнул. А, блин, вот он. Это жесть. Попробуй, блин, найди, называется. Так, окей. Поехали. Посмотрим, что там у нас за топы. Вот бегают, проходят. 50%. Красавчики. Так, 620. 670, отлично. 606, ну давайте начнем отсюда. Так, что тут у нас есть интересного? Надо как-то забор, кстати, подломать. Как нам забор подломать? Будем сейчас сливаться, наверное. Я просто подломать забор хочу и посмотреть. Так, фрейки там я не вижу пока что. А Фрей нет. Так, шанс слива, как обычно, ребят. 57%. А, вот и Фрея подъехала. Так. Они вдвоем остались. Все, Ара без вариантов. Без вариантов слились. Шанс слива, как обычно. Ну, 20-е прорывы, то, о чем я говорил, что реально будет... сложно воевать против прокачанных аккаунтов. Ну, поехали дальше. Сейчас попробуем еще разок. Ну, блин, тут нету героев. Я так на этом подать не буду. Ищем следующего. Так, вот отлично. 23-е, 20-е. Так, давайте так попробуем убрать смотра, если он есть, и блочим. Заблокировали. Отлично. Вот, посмотрите. Буги сейчас заблокировали, Фрей тоже сейчас заблокировали. Супер. Вот они вдвоем в такой сборке просто чудесно подходят. Вы скажете, блин, да ты донатными там проходишь. Да, но против меня донаты с 20-ми прокачками уже. А тут прокачки никакие.
Только 12-й, а прорыв, разница в прорыве очень заметна. И как видите, Ара вместе с ним реально очень блокирует классно. Единственное, надо сюда Фрей в эту пачку ставить, наверное, вместо ворожея. Надо посмотреть, чем у меня тут ворожей. Потому что, блин, если будет вражеская Фрея, вот только Фрея лучше всего выманывать и зависать на голубях. Ну, сейчас посмотрим, может повезет, еще найдем такую пачку. Но, как видите, нормально. То есть можно блокировать, один блокирует, не дает использовать, уменьшает отхил. Плюс ворожей режет отхил, плюс недомогание можно поставить и можно сливать 20-е. Конечно, надо тоже неплохих героев. Я на английском сервере постараюсь потрешивать в этот раз. Возьму слабеньких. Попробуем вместе. Так. Так, чтобы вы понимали, смотрите, я сейчас вот выкину своего. Посмотрите, его просто сейчас сольют. Он никого даже не убивает. Там Фрея есть вражеская, 22%. Тут можно не опасаясь. И теперь выкинул всех этих вместе. То есть я огника своего слил, но посмотрите, что у меня делается. У меня остался огник и Фрея. Все, слили, не дают. Ну, 40% мы набрали. Ну, неплохо. Сейчас попробуем всех вместе нахрапом. Или давайте как-то так попробуем по очередности. Так, космо мы убрали. Давайте вот так, оп. Заблочили. Но все равно резнулись некоторые. Вот, блин, чудесно. Вот нравится мне, они все вместе в сборке. Так, вот кого еще взять? Ну, то надо Фрею брать, чтобы Фрея на Фрею агрилась. Такс. Вот, блин, просто чудесно. Плюс смотр еще. Все, огника убрали. А Фрея, как видите, Фрея просто ушатала всех моих. Ну, шанс есть. Надо еще просто удачно закинуть. Ну, вот Фрея не блочится. Вот всех сливаем. Вот единственная проблема у нас с Фреей. Будем пробовать. Видели, тут есть шанс. Ну-ка, давайте попробуем так. Космо просто тупо ушатывает. Сейчас попробуем убрать космо. Пару сюда, всех отсюда. Попробуем такой вариант. 43%. Ну. Отлично. Просто отлично. Вот вместе вдвоем, блин, круто они смотрятся. То есть будем пробовать на английском сервере связку этих двух героев, которые реально блокируют умения. Это для PvP локаций, для битвы гильдии будет, думаю, очень интересно. Конечно, все зависит от того, какие у вас противники, какие прокачки. Но думаю, для многих уже прокачка 12-12 стала доступной. Поэтому там особо чего-то такого. Понятно, 9-е. Здесь и 9-х скиллов у меня дофигища. Вот 9-ка, 8-ка, 9-ка, 9-ка. Ну, это оживы все. Можно с обычной оживы. Такс, поехали следующего топа смотреть, кто там у нас тут, по-моему, следующий топ. Космос воодушкой, Анубис. То же самое ситуация и Фрея сбоку. Давайте попробуем сейчас как-то Фрею вытащить, через Фрею забежать. Такс. Давайте попробуем свою. Попробуем огника убрать. Попробуем вот такую вот Фрею. Давайте только уберем у нее
так сделаем. Вместо кого? Вместо Лазули. А, я уже убрал это. Такс, вот так вот. Самое главное зацепить вражескую Фрею. Ну, как обычно, не спешите. Вот, отлично. Давайте вот так. Можно, в принципе, Лазулю сюда не брать. От него толку нет. Блин. А хотя, может, и будет толк. Вот, отлично. Ну, миссают, видите, тоже. Надо иметь хорошую точность. Сейчас Фрейя моих всех нафиг посливает. Так, блин, Лазуля сейчас нам напортачит тут больше. Давайте вместо Лазули поставим Огника. То есть, вот этот, вот эта сборочка реально неплохая будет. Единственное, видите, моя Фрейя много не дамажит. А не дамажит она много из-за того, что у нас... Лантик срабатывает не тогда, когда надо. Давайте, может, пактовую Фрейю поставим. Она больше дамажить будет, от нее толку больше будет. На сливе героев именно в такой сборке. Не тут топ. Там и дырка есть, в принципе, можно было бы оттуда, но я хочу. Конечно, вот космо тоже очень много мешает, а вот так вот, видите, мы блокируем сейчас. Пошло не так. Космо надо слить в первую очередь. Красный смотритель у меня, давайте. Космо убрали, заблокировали, отлично. Сейчас бы, конечно, чтобы Фрейя еще ударила правильно по космо. Сейчас космо нас сольет тут всех. Ну вот, космо надо спамить побольше. Ну попробуем, шанс все-таки есть. Не, космо не слили. Ну, сложно воевать против 20-х. Можно попробовать, в принципе, и в лоб побежать. Ой, отлично. Космо слили. Вот. Опять нас подслили. Ну, остались, конечно... Все. Вот видите, против 20-х прорывов. Ну, вроде круто заходит, но надо мучиться, конечно, нормально. Но Фрейя против Фрейя. И остался у нас один Огник. Давайте еще раз попробуем. Так, герои немножко не туда побежали в разброс. Так, что, не заблочили космо? Не успели. Так, ладно, пусть наберет космо. Так, отлично. Вот это был неплохой заходик. Вот смотрите, они вдвоем реально очень круто смотрятся. Единственное, ну, Фрейя мешает очень Фрейя, ее ара сливается. Надо думать, что-то на ару менять.
Ну, Анубис, как видите, тоже, блин, очень круто мешает нам. Ну, ворожай у нас слабенький. Короче, веселая жизнь без Дона. Так, давайте попробуем. Что у нас там на Аре? Аксидна, Фрея. Тут вроде ничего такого уже больше не придумаешь. Давайте, ну, Арес оживай, он, конечно, хорош. Ремку смысла нет. Такс. Поехали, будем пробовать мучиться еще. Вот молчанку кинули, классно, а дальше не добило Фрей, все, всех слили. Можно и Атлантом, в принципе, можно Космо и Атлантом слить. У него, видите, дырка здесь есть. Ну там Анубис. Но можно и Атлантом подслить. Пока пробуем такой вариант. Вот Ара опять слился, не заблокировал вовремя. У него нет ворожая, в принципе, ему некому снимать бафы. Дебаф от Анубиса, это очень хорошо. Не сработал. Вот Ара как-то, блин, аж вымораживает, что он не может нормально толком попасть. Был у нас удачный, конечно, заходик. Ну и все, Фрея уже всех моих... Ну, ворожая нет. И у него, в принципе, ворожая. Ой, отлично, посмотрите, какой удачный, блин, заходик. И не вовремя, так не вовремя. Осталось Фрея на Фрея, это без вариантов. Мы просто можем зависнуть даже на Розе. Мы ее не сольем. А так классно Вовника уж стали. Ну, блин, посливали всех. Всех основных слили. Вот вам. Видите, что означает прокачанный прорыв. Я не понял, каким образом. Ну что, хранитель леса на Фрейе стоит, судя по всему. Ну все, Фрейя тут уже ничего не сделает. Давайте попробуем другой вариант. Уберем ворожая. Рискнем без ворожая. Попробуем Атланта сюда поставить.
Хорошо. Не хочет так, значит, попробуем через Фрею. Выпускаем Фрею. Смотрите, радиоактивировали, отлично. Теперь самое главное, чтобы Космо у нас сейчас ударил туда, куда надо. Так, отлично, тут мы, в принципе, слили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, нифига себе, это что было? А там Космо, скорее всего, соживой. Не все так, в общем, просто, как казалось. Давайте тогда попробуем. Наш вариант такой же. Без вариантов, в общем. Ладно. О, поехали дальше. Не хочу я заморачиваться. Полчаса. Так, давайте пробуем тут. Тут у нас есть Роза, есть куча дырок. Огник. Тоже 20-е прокачки. Есть Фрея. Космо у нас нету. Отлично. Значит, можем попробовать. Это такая раста интересная. Вот, мы заблочили. Супер. Блин, вот нравится мне эта связка, конечно. Фига себе, они Фрею не могут тут слить. Ну чё, ребят, шанс слива минимальный. Я думаю, сейчас мы сольемся. Не будем рисковать. Давайте попробуем через Огника забежать. Огника на Огника и законтрить Фрею. Да, без ворожая тут вариантов как бы не особо. Ну, в принципе, тут и Атлант не нужен. Короче, печально все. Я ожидал большего от этой связки, хотя, в принципе, они себя где-то оправдывают. Все зависит от того, против какого топа вы будете их использовать. Но без ворожея, без прокачки, реально очень сложно воевать против топов. Ну, можно, варианты есть. Можно задротствовать, но оно того реально не стоит. Так, ну-ка пробуем. Пробуем законтрить, отлично. Молчанку наложили. Вот сейчас вот идеально просто. 20-е прорывы и просто супер. А молчанка от Ары, молчанка от героя. Надо просто сборочки еще подобрать. Но вдвоем они реально очень круто будут смотреться. Посмотрите, у нас остался, конечно, один Огник. В принципе, у него уменьшение, его должны, они должны его просто ушатать. Недомогание, они ему не дадут зарядиться. Вот, все. Это самое основное. То есть его прорывы до одного места. Но вот с этим тоже хочется разобраться. Можно попробовать рискнуть в лоб, но это, честно говоря, ничего не даст. Нас просто шатанут. Сейчас просто унизят. Либо вариант Лазулю брать сюда, но это, блин, шанс слива еще выше будет. Сливают, все-таки надо на него ставить оживу девятую. Девятая ожива, как на английском сервере, это будет самое то. Блин, жалко, как-то Ару очень быстро сливают.
Без Лазуля мы не можем контрить Фрею. То есть, видите, нюансов как бы хватает. Плюс Анубис там еще мешает нам. Давайте попробуем. Без Фрейи тоже никуда не денешься. Уберем ворожая, поставим Лазулю. Сольемся так, сольемся. Зато тестируем. Там мне эта связка понравилась. Пробуем здесь еще. Так, что-то вы далековато забежали, друзья. Не то. А у нас бонус смотрителя немножко не тот. Ну ладно, попробуем. Сейчас главное, чтобы сейчас сольемся 100%. То, о чем я и сказал, Лазуля нам помешает, к сожалению. Жалко. Ладно, будем тестить на английском сервере эту сборку, но я думаю, она будет интересная. Как видите, мы потестировали Фрейю здесь сборкой с маскировкой, и она себя показала не очень. На английском мы соло прошатали топов посильнее, потому что там прокачанный прорыв. Ну, прорыв это и есть. Прорыв прокачанный, и тут ничего не сделаешь. Ну, против топа, в принципе... Варианты есть, надо пробовать, но, опять же, все зависит от вашего противника. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.